Каждый день он находится в центре внимания. Он знает, как важно подавать правильный пример. От его знаний и опыта зависит будущее. Все относятся к нему с любовью, ведь он очень важен в жизни каждого человека. Вы думаете, он телезвезда, бизнесмен или важный политик? Вы ошибаетесь. Он самый обыкновенный человек. А особенными людьми он помогает становиться своим ученикам. Учителя – гордость России.